Доброе утро, ребят. Я уже дома в городе, потому что мы вчера уехали и простите, что не выложила влог из-за того, что у нас в городе отключили вообще электричество. И сейчас с 9 до 11 тоже опять отключат, но я думаю, за 10 минут он меня не сможет. Ай, гуд. За 11 минут не сможет, оно у меня выгрузится. Поэтому и вчера у нас отключили питание. Папа такой позвонил. Какого фига вы выключаете электричество? Вы понимаете, мы все лето без электричества сидели. То есть, слава богу, у нас была газовая печка. А вот они, понимаете, вообще не предупреждали. И поэтому мы как-то нам как-то было не очень. Самое главное, что у меня камера зарядилась, все отлично. Оранжевый огонек горит. Викингов. Что делать? Я все буду электричество вырубать, а у меня есть скачанные фильмы. Так как мы 10 часов ехали на Яровое, я брала с собой ноут. И это. Поэтому я сейчас буду ты его солить, ну, на 2 часа это не намного, потому что нам отключали электроэнергию с 10 утра до 7 вечера. То есть мы весь день, может быть, 10 часов вроде, да, 10 часов сидели без электроэнергии. Да. 18. Да, 9 часов сидели без электроэнергии. Что-то. Что я буду делать? Сначала надо вскипятить чай и поставить его, чтобы у меня был кипяточек, потому что я 2 часа без чая не проживу. Еще надо. Там на кровати белье лежит. Его разобрать надо. У меня все болит. У нас сегодня это после вчерашней кинохи. 2 упаковки попкорна. Мы просто ко мне заходили. И я весь попкорн увезла в деревню, потому что я бы его не съела. Привезла от бабушки там всяких фруктиков, всего подобного. Вот. Так что я поставила чай и вот думаю, в чем бы его оставить. Чайник, он быстрый. Нет, понятно. Я хочу себе не листовой чай, а сахарный. Ну, короче, кружку. Господи. Я за стулом. Я иду такая, и этим стулом по двери, потом еще по одной двери. Так, ищем чайничек. Чайник, 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 ты где? Ты где чай? Она не свалится. Эть! Курсы молодого человека-паука. Записывайтесь. 8-800-555-3535. Где чайничек? Позвоню маме, спрошу. Потому что я не знаю, где. Опс. Готово. Готово. Ладно, все, позвоню маме. И заберу себе чаю, пока не вырубили, потому что сейчас уже 8:38. Ладно, все. Прощай. Вот все, как обычно, в нашей семье происходит. Варя узнает о том, что папа забрал чайник на работу, самое последнее. Впрочем, ничего нового. Его помыть. Будем. Вот. Помидорки, кашка, чаечек, мой завтрак, а также кухня, потому что у нас уже 8:56, и скоро уже должны вырубить свет, поэтому я уже приготовилась. И всем приятного аппетита, ребят. Я дома. Господи. Я же ношу сейчас камеру, так как записываю репетиции. И посмотрите, что с моей рукой. Она вся в этих полосочках. Наша рука дрожит. Это вот что называется настоящий видеоблогер, который таскает штатив и камеру с собой.
Слава богу, они в сумках, а не на виду. Мы сегодня опять едем в деревню, и вот только сейчас у нас включили свет. Писали с 9 до 11, а у нас сейчас 3, и вполне серьезно, что они в 3:30, ой, в 3 отключили. Ну, у нас сейчас 3:30, и, наверное, они отключили в 3 или в 2. То есть, либо мне осталось ждать полчаса, либо полтора. Но самое грустное, то, что я не смогу купить чайка. Жизнь боль печаль. Так, что бы мне поделать? А, я буду сейчас перекидывать файлы с танцев. Ой, даже телек не писать. А, у меня же ноутбук есть. Ноутбук буду сейчас смотреть. Потом... Ай, кацо. Так. С очка ничего такого нет. Уходим отсюда. У нас на улице вчера было чуть ли не под минус. А сейчас на улице, я сейчас прям точно скажу, какая погода. Опять возвращаемся туда. Прям сейчас точно скажу, у нас градусник. Ой, это как раз. 16. Здесь просто не очень понятно. Ну, у нас такой же, как и в деревне. Вот он. 16 градусов. А вчера чуть ли не под минус. А, вчера и был минус. Ударилась. Ну, впрочем, ничего нового. Господи. Ладно. Буду разбирать. Господи, как я рада, что я вот эти две полочки, так, точнее три. Там вот тут полки разбирать надо. Вот тут полки разбирать надо. Вот тут вот все разбирать. Вся антресоль. Там, кстати, нам на 8 марта дарили. Где? Вот. Там нам на 8 марта дарили. Тут принты, вот тут антресоль я вроде как разобрала. То есть там мамины учебники, когда она еще преподавателем работала. Но это было уже давно. Она ушла, когда, по-моему, я родилась. Вот это, там наушники всякие разные, то есть чем я пользуюсь каждый день. Здесь вот эта капсула от киндеров, коробка от моего телефона, сумка, которую я должна Арине дать, и искусственная орхидея. Там здесь игрушки, там коробки, сумки, которые должна забрать мама. И тут стоит коробочка. Я никогда мерси не ела. И вот нам на Новый год подарили вот такую упаковку. И она очень понравилась. Я даже коробочку себе оставила. Она, кстати, может пригодиться. И я вам сейчас покажу прикол. В общем, я сейчас буду вот как раз с этим заниматься. В общем, вот это все лишнее. Это наш попрыгунчик. Я сейчас пересчитаю и скажу вам точно. Я смотрю миньоны, чуть-чуть поела яблочки и разобрала вот эти все полки. То есть вот это все я разобрала. Вот, ребят, если вот сюда засунуть голову, потому что здесь находятся свечки, тут вообще такой запах стоит, вообще зашибенческий. А это вот моя доска воспоминаний. Фу, доска, у меня все доска. Моя полочка воспоминаний.